этом дворе на улице Шубиных сегодня праздник. Праздник спорта. Не так давно здесь появилась новая физкультурно-спортивная площадка. Во дворе уже есть спортивный уголок для малышей. Теперь к физической культуре могут приобщиться и ребята постарше. Универсальная спортивная площадка уже 48-я в нашем городе. В этом году будет, мы доведем это количество до 50. Но это хороший подарок для физкультурника. Количество таких площадок год от года в городе будет увеличиваться. И, конечно, для нас очень важно, что именно во дворах могут наши ребята позаниматься. Мы это приветствуем. В новый спортивный комплекс входит стол для пинг-понга, волейбольная и баскетбольная площадки, брусья и комплекс для воркаута. Что это? Местным ребятишкам наглядно продемонстрировали профессионалы. Начинали они несколько лет назад также во дворах. И теперь вытворяют просто невероятные упражнения. На самом деле, уверены спортсмены, воркаут – это не так сложно. Достаточно заниматься 3-4 раза в неделю от часа до полутора часов. Нужно немножечко упорства, терпения и, собственно, нужно жить этим, чтобы это было по душе, пропагандировать здоровый образ жизни. Жители двора новому спортинвентарю, конечно же, рады. Сооружение площадки они добивались несколько лет. И, наконец, получили желаемое. Уверены, востребован спортивный комплекс будет не только у ребят из этого двора, но и со всего микрорайона. Нам установили площадку, которой дети до 9 лет. Мы были очень благодарны. Выносили благодарность, писали письмо. Потом нам как бы подсказали, напишите обращение, чтобы построили для детей 12 лет до 17, чтобы они у нас по подъездам не сидели и не играли в карты и, в общем, занимались не тем, чем надо, чтобы спорт был. У нас секции сейчас совершенно отсутствуют, я имею в виду бесплатные, но основная масса населения как бы нуждается, вот чтобы дети занимались спортом. Девиз спортивного праздника – сначала чемпион двора, потом чемпион мира. И хоть путь этот тернист, но все же реален. И теперь в этом дворе есть все, что нужно для занятий будущих чемпионов. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.